Эти фотографии сделаны в суровом 41-м под городом Ельней. Здесь, на Смоленской земле, впервые враг был не только приостановлен, но и сокрушительным ударом отброшен назад. За отважную операцию четырем дивизиям резервного фронта, им командовал Георгий Константинович Жуков, в то время генерал армии, первым было присвоено звание «Гвардейское». Командиры первых гвардейских – Русиянов, Акименко, Гагин, Москвитин. Тридцать шесть лет мы живем под мирным небом. И все эти годы наш народ свято хранит память о героях Великой Отечественной войны. На торжества, посвященные 40-летию Советской Гвардии, в Ельню прибыл член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Устинов. В сквере боевой славы Дмитрий Федорович Устинов возложил венок на могилы героев, павших смертью храбрых, и цветы к монументу в честь первогвардейцев. На торжественное заседание в Доме культуры собрались представители партийных, советских и общественных организаций и, конечно, ветераны войны, участники освобождения Ельни. Дмитрий Федорович Устинов оглашает указ Президиума Верховного Совета СССР. За мужество и стойкость, проявленные защитниками города в годы Великой Отечественной войны, активное участие в партизанском движении и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, наградить город Ельню Смоленской области орденом Отечественной войны первой степени. Ельня и гвардия. Эти слова неразрывны в истории Советской Армии.